Приветствую, мои дорогие, на связи Майра Боронина. А мы с вами продолжаем нашу топовую тему в этом месяце про загадывание желаний. Итак, ну что, давайте приступим. Начнем с того, что желание должно быть одно минимум на неделю. И чтобы ваши желания сбывались качественно, конечно же, должна быть методика. Но пока у вас методики нет, вот вам базовые рекомендации для того, чтобы вы уже начали реализовывать ваши простые желания. Смотрите, пунктов будет 5. Записывайте. Первое. Желание формулируется без частицы «не». Почему? В одном из роликов я уже рассказывала, но сейчас подытожим. А потому что «не» дает изменение в вибрации вашего желания. То есть каждая буква, каждое слово несет цифровую вибрацию. И оно очень сильно, вот это значение числа, которое получится, влияет на ваше желание. Соответственно, может вообще поменяться энергия, даже в сторону кармического показателя. То есть это первый пункт. А второй пункт. Желанием работают минимум, слушайтесь только, минимум 7 дней, никак не меньше. Да, некоторые думают, ой, сейчас я загадаю, а потом скажу, что оно у меня не реализовалось. Минимум 7 дней, каждый день. И это нужно для чего? Для того, чтобы раскручивалась энергия, закручивалась воронка. И не может желание реализоваться от одного раза. Ну, только если там как бы спонтанно, случайно вы попали в тот портал, который был открыт в этот момент времени. Но это очень маленькие возможности, чтобы так случилось. Да? Должны все точки соединиться, и портал должен быть открыт в этот момент. А как правило, у всех порталы загадывания желаний закрыты, да, навеки вечные. Их надо, как говорится, расколдовать. А, кстати, скоро у нас марафон, мы будем это делать. Приходите, если стоит ссылочка под видео, значит, вы успеете на него зарегистрироваться. Поищите. Прям совсем скоро встречаемся. Итак, 7 дней, а лучше 14 дней, да, это идеально. Третье. Желание желательно загадывать в потоковом состоянии. Вот пятый пункт я раскрою, какие потоки могут быть, да. Но это прям когда вот прет энергия, имеется в виду простые желания, да. Вам придется простые желания загадывать на собственной энергии, потому что у вас нет методики. Но тем не менее, вы базовые сможете реализовывать, а при этом обязательно должно какое-то потоковое энергетически емкое состояние быть. Четвертый пункт. За других людей загадывать желания нельзя, потому что вы сливаете свою энергию, вы сливаете свои бонусы и сливаете свои возможности. Да, можно так это сделать, что навеки вечные опять же закроется портал возможностей и портал загадывания желаний. И пятый пункт. Всю энергию от любых абсолютно ваших эмоций мы направляем на загадывание желаний все эти 7-14 дней. Вот кто-то вас порадовал, вы смеетесь в голос, улыбаетесь, да, прям вот живот схватывает. Вот тут быстренько повторяем свое желание, которое вы уже себе нацелили. Или кто-то вас разозлил, да, ну, например, у вас желание, чтобы вам повысили зарплату в этом месяце. Или дали премию, допустим, мне в этом премии, в этом месяце дают премию. И вот кто-то вас разозлил из детей. И вам хочется какое-то прям плохое, такое дерзкое слово им сказать. Вспоминайте, у вас есть желание, вы всю эту силу вкладываете в свое желание. Мне в этом месяце повышают гонорар, мне в этом месяце дают премию, мне в этом месяце дают премию. Три раза повторяем. Вот, таким образом вы можете уже реализовывать базовые свои желания. Да? Но порталы желаний и доступа туда пока у вас нет, поэтому приходите на наш ближайший марафон, который стартует совсем скоро. Поэтому поищите ссылку под этим видео, зарегистрируйтесь и подписывайтесь на меня во все соцсети. Ваш нумеролог Мара Боронина.